Всем привет, меня зовут Эдисон, и сегодня мы играем в Майнкрафт с модом PixelMod. Так, в прошлой серии мы построили себе плантацию пшеницы и построили себе плантацию априконов, но только, как вы заметили, у меня только есть желтые, черных еще не нашел. Ладно, соберем желтые. Вот так. И в этом эпизоде, я думаю, побыстрячку сбегаю в ад, набью себе ресурсов, чтобы сделать компьютер. Так, думаю, железные пластины у меня есть. Тут рыба. Да, и тут пластины. Ну что ж, идем в ад. Я уже себе построил портал, обсидиан у меня был, уже много эпизодов, я говорил, что я добыл его вне съемки. Перед съемкой построил себе портал, вот он. Ну что ж, идем. Так, вот мы и тут. Монстров тут тоже нету. Так, еще грузится мир. Немножко подлагивает. Даже не немножко, а очень. Так. Ладно, будем играть как-то так. Да, вроде все. Прошло. Загрузился мир. Так, покушать. Упс. Рыбу я добыл себе с Мэджикарпом. Когда у них выигрываешь, своим покемоном с них выпадает рыба. Да, и это очень удобно. Думаю, хватит. Хотя... Добыть вот это. Да, вроде уже не глючит. Наверное, только сначала так было. Мир грузился, наверное. Ну, думаю, еще немножко. Пару упало. Может, подберем, если спустимся.
Ну, не знаю, может еще немножко. Думаю, можно будет уже возвращаться и делать себе компьютер. И, может, еще немножко, не знаю, чтобы на будущее, чтобы потом, если будет необходимо сделать себе рар кэнди, чтобы, ну, увеличить уровень покемона. Думаю, да, еще немножко набью, добуду. Пусть падает, и так спущусь вниз, если там пропасти нет. Вроде есть. Ладно. Думаю, будет хватит. Уже почти. И все. Думаю, можно спускаться. Где там наш портал? Где-то тут. Посмотрим, что тут, внизу. Да, вроде ничего. Хотя... Да, лава. А, кстати, вот тут. И они попадали. Вот сколько их. Соберем. Еще немножко можно вот этого. Кварц. И уровень себе поднимем. Ну, думаю, все. Так, как сейчас подняться? Упс. Уже думал, упал куда-то вниз.
можно возвращаться, да. Хотя, не, думаю, уже идем. Хватит. 4 стопки. Ладно. Все. Идем домой. Так, сейчас думаю, сделаю сразу компьютер. Сейчас бы вспомнить, как компьютер делается. Даже не знаю. Не, ну знаю, но... Сейчас. Вроде вот так. Сейчас. Так, как делается? Да. Сейчас. Упс. Заберем пластины и думаю. Думаю, уже можно. Хотя точно не помню. Вот тут стекло. Тут пластины, вот тут лампа. А тут вроде Redstone. Если я не ошибаюсь. Сюда стекло, сюда алюминий, вот так, и сюда лампу, и сюда редстоун. Да, PC. Наконец-то сделали. Думаю, можно его поставить, но пусть будет вот тут, да. Прикольно выглядит достаточно. И вот тут покемоны. Не знаю, да, 8 слотов для покемонов. Так как ты можешь сюда еще где-то 100 покемонов сохранить, вот, например, вот так. И все, у меня только один покемон. Charmeleon. Так, могу сейчас забрать. И могу вот тут удалить. А это я не знаю что. Ну ладно. Так, сейчас. Сюда. Да, вот так. Сейчас нам бы нужно черные априконы, вот эти, ну, которых у нас нет. И нужно их искать. Так. Ну, думаю, на этом можно закончить этот эпизод. Он был как бы посвящен аду и компьютеру. В следующем эпизоде или вне эпизода я уже добуду себе хотя бы 2 прикона черных. Чтобы уже наконец-то посадить, и можно будет делать больше покеболов и, ну, ловить практически всех покемонов, но не всех, которые мне более-менее будут нравиться. И чтобы просто вам показать бои, показать, как еще больше ловить покемонов и просто охотиться на покемонов. Вот, например, так, например, вот этого словлю. Где-то тут был. Гастли вроде называется.
Да, вот этот 13 уровень. И буду охотиться на Пикачу, если повезет, словим его. Да. Так можно еще на этого напасть. Сразу меняем на этого, Шармиллиона. Да. Забыл увеличить его. Так как у него есть лимит скиллов, как бы. Вот, например, этот удар можешь использовать 10 раз. Потом уже не можешь, как бы кончилась энергия. И нужно отхилить его нашей лечилке. И он сможет атаковать тем скиллом опять, да. 13-й. Этот какой? 7-й. Ну, бой с тренером. Ну, он 7-й уровень. Слабый еще. Ну, ладно. Так, что-то я не попадаю по нему. Не знаю, сколько у него покемонов. Уже 2-й. Это 3-й. Давай. Так, что-то он мажет почти каждый удар. Так, да, 3 удара. Какие удары? 3 покемона у него было. Ну ладно. Приконов нету. Черных. Так что, дерево. Ну ладно, думаю, на этом можно заканчивать. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.